Что, вода и хлеб, что ли, все? Ну да. Если кто-то в автобусе не уснул бы, может, нормально покушал. Что там еще есть? Хотя во время голода хорошие идеи и мысли приходят. Как раз можно придумать, как поймать вора. Смотри, как бы от голода сами к воровству не пошли. Проводку, а я попробую ловить на мормышку. И моя задача сегодня поймать карася и все. Мне кажется, пришла идея в голову. Походу, голод тебе хорошо влияет. Что за идея? Сейчас, подожди здесь. А? А? О, ничего себе, молодец. Хорошая идея. Да. Ну, эту идею где-то уже видел. Это моя идея, ты че? Твоя идея? Да. Эту идею лет 10 назад в сериале видел. Ну, просто у гениальных людей мысли совпадают, поэтому. У гениальных людей лет 10 назад уже это мысли. Че, хочешь сказать, я не гей, что ли? Я фиг его знаю, гей ты или не гей. А, в смысле, не гений, что ли? Нет, ты гений, просто другой гений. Инвалид гений. Ты просто завидуешь мне. А, поэтому. Главное, придумал. Пошли, этих уродов надо поймать. О, сейчас рыбалка будет нормально. Че ты? Серега, кажется, поймал. А, я, кажется, поймался. В смысле, ты что, на свои крючки поймался, что ли? Ну, я задумался на 5 минут, потом руки в карман засунул и... Ты не задумался, ты просто в душе вор, понял? И тормоз, блин. Давай, иди, выходи, я сам разберусь. Давай, давай, чувствую, они где-то здесь. Брат, мне на поликлинике остановишь? Так, друзья, всем оставаться на местах. Я из полиции, все нормально. Так, водитель, автобус останови, я из полиции. Быстрее! Среди нас вор, не переживайте, все будет нормально. Так, девушка, можете чуть отойти, а? Че смотришь? Че, думал, не увидел, что ли? Кто я? Нет, я. Сюда иди. Че в кармане? Ничего нету. Что? Ничего. Я говорю, что в кармане, вытаскивай быстро. Да, пожалуйста. Давай. Айлин, она теперь снимает джуки? Что бренд? Я там. Он вообще до концерта только катся. Ага, он до конца чаши не придевался, сами на ней там. Мама, мне только начинает арен. Нурсултан қаласын білесің бе? Нурсултан қаласын білем. Не ұмыт кеттің ба? Мен суреттерін көргем әдемі-әдемі. Ол сұлы қала. Нурсултанға жетірек бармын. А мен Астанада туылдым. Күшті. Мен маған кәм бәйтеректі өз көзімен көрген. Қатты ұнатшы. Ұзаққанында нешерді пирамида бар. Нұрсұлтан деген үлкен қала. Оны елбасы отырғызды. Қазақстанның қай қаласы саған ұнайды? Маған көбінесе Шымкент ұнайды. Алмалар өседі ол жерде. Мен достарым көп. Қазақстанның әр қаласы күшті ғой. Мен Атырауға, Астанаға барамын. Астана деген қатты ұнайды маған. Көргім келіп жүр. Нұрсұлтан қаласы тұрғындары, біз сіздерді Нұрсұлтан қаласы мейрамымен құттықтаймыз.